В Видном запущен новый автобусный маршрут номер 31К. Цель нововведения – улучшить качество и скорость пассажирских перевозок между микрорайоном Зеленая аллея и станцией Расторгуева и ЖК Завидная. Стоит отметить, что только что запущенный маршрут под номером 31К полностью дублирует существующий 33К, но перевозки отданы другой транспортной компании. По поручению главы Ленинского городского округа, которого Станислава Анатольевича, мы запустили сюда дополнительный новый маршрут. Он называется 31К. На предыдущий маршрут поступали многочисленные обращения и жалобы жителей о том, что он работает нерегулярно, выходит малое количество транспортных средств. Вот поэтому главой было принято решение совместно с министерством, чтобы запустить новый маршрут. На маршруте 31К работают 5 автобусов среднего класса, 1 в резерве. Соблюдение расписания движения напрямую контролируется управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации округа. Изменилась оплата. Вот. Водители пока что не берут оплату наличными, и это хорошо. Будем надеяться, это никак не изменится. Сегодня сложная транспортная доступность в плане большого количества снега. Ну, вроде пока успевают. В будущем работа над развитием инфраструктуры транспортных перевозок в Ленинском городском округе будет продолжена. Один из ближайших таких анонсов – это новый маршрут, который планируем Дрожжино, Боброво, станция Расторгуева и улица Заводская. Потому что жители отдаленных микрорайонов, отдаленных ЖК часто пользуются социальной инфраструктурой, которая расположена в городе Видном. Планируется, что этот маршрут начнет работать уже в марте.